Шастает по лугам робот пылесос. Беседочка. Надо здесь ночевать где. Хорёк бегает, слева по кругу, хорёк! Ху-ху, ворона! Давай, хорёк! Оп. Пошли пузырьки, пошли, 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 пошли пузырьки. Туристы. Да-да. Олень. Меня здесь нет. Ушу и дальше. Я бревно, бревно, бревно. Че, бревно что ли не видел? Ну подумаешь, разговаривающее. Я бачка. Это он совсем не видит. Гнезда. Вода настолько теплая, что пора купаться. Ух.
тепленькая, прикольненькая. Почему? Жалеть, ну вот. Может. Можно расслабиться. Ой, завалился. Так утонуть можно. Дальше на озере вода будет холодная, поэтому надо пользоваться моментом. И мыться здесь. Без шампуня, конечно, не мыло. Приходится вот так вот попал. И лишняя грязь слезает. Точно вам говорю. Если что, можно здесь дезодорантиком немножко ополоснуться. Сегодня весь день идет дождь. Дохленький, конечно, но постоянно. И сейчас уже начинается ветерочек подниматься. Поэтому в моем термобелье, хоть и теплом, уже не так комфортно. Пришлось немножко приодеться. Сейчас теплее, значительно. Сейчас поеду в город, буду искать газ. Уже только что побегал, тут недалеко. Относительно недалеко, несколько километров, как оказалось. И нигде на заправке нет газа у них. Это зашибись. Мне предлагали такой здоровый баллон. Нафиг мне нужен. Ну куда я его положу? Ой, а чё это? Ой, а чё это такое-то, а? Ой! А чё это? Тащить под горочку одно удовольствие. Она почти сама катит. Опаньки. Утка не может вылезти. А как ты сюда попала с цыплятами-то? Дурочка. Ну и как цыплята будут вылезать? Как вылезать будешь? Тут утята попали. Курица одна их сюда затащила. Всю шпану. Вот. Я подумал, если пойдут с этой стороны, то им фартанет, то что ворота просто откроются. И они смогут выйти, если пароход их не слишком напугает. Вот. Поэтому там как раз пароход идет. Я думал залезть все-таки, их вытащить, если бы смог догнать, конечно. Вот. Но так как там пароход уже идет, точнее этот кораблик, думаю, этого делать мне уже не стоит. Остается подождать, посмотреть, что, как они выкрутятся. Нет, они такие скоростные, что я за ними не успею. They are not so fast swimmers. For now, I saw them just like arrow. Просил его местных,
двух мужчины и женщины. По поводу, как насчет их цыплят, тут выживают, нет в таких условиях, это заперто. Говорит, да, справятся, все такое, куда же им еще деваться-то. Вот. Но тем не менее, я как-то чувствовал себя не очень спокойно, увидел, что там идет кораблик и, собственно, работника геоканала. Вот к нему я подошел, сказал, там вот цыплята, что делать, что обычно делаете? Вот, сходили, посмотрели, говорит, ой, действительно, там совсем метки не выберутся. И, собственно, открыло. Задержался я тут, далеко не пойду, сейчас уже время, почти 6 часов. А что далеко, мне же сейчас в город надо за газом попробовать поискать. Соответственно, там где-нибудь и останавливаюсь. Ходить на воду, не подцепить бы чего. Ужас. Ох уж эти подводные камни. Видно только в волнах. Вот какую рыбку поймали чайки. Здоровенькая. Решил я смотать удочки. Какая-то рыбеха налетела и откусила нахрен. Похоже, бы блеснул. Сейчас увидим, что осталось. Вместе с поводком. Зашибись. Но у меня еще два поводка есть, конечно, но... Охренеть. В общем, ситуация такая. Вот каяк с тропиночкой. Вот первая калитка, которая была открыта. Железнодорожные пути, где электрички регулярно ходят очень часто, порядка раз в 3-5 минут. И вот те ворота. Они закрыты не замок. И сейчас еще прибавился автомобиль там же. Еще редиски. Засада. И вот надо как-то перебраться на другую сторону, перекинуть каяк и идти дальше. Поэтому я это сделал вместе с вещами на каяке, так перевезу его, там разверну, чтобы его ненароком не зацепило. Нашел я способ. Несложный. Он сам пошел. Вот и все.
погребли немножко, теперь можно и пообедать. А тут цепь натянуть совсем не потрудились. Даем вообще какой-то низенький. Проходил мимо сёдер Чопинга, смотрю, здания прикольные, красивые, старенькие, и решил, айда-ка я зайду, а? С городом есть гора, и прямо там смотровая площадка. Я думаю, сходить туда или нет, наверное, все-таки стоит, раз я уж здесь. Ну а каяк я припарковал прямо вот здесь, возле шлюза, вообще незаметно. Вот и лесенка на горочку. Что-то мне никто из туристов пока не попался. Вообще. Ни сверху, ни снизу не догоняют. Ну, здесь какой-то склон для самоубийц. Могу типа вперед идти. Гора рядом с городом. Это всегда клево. Есть на что посмотреть. Для здоровья полезно. Ладно, город городом, а меня замок ждет. С привидениями, надеюсь. На ночь. Последний городок на Гёте-канале. 1 июня я его прошел. И теперь мне пора искать место для ночлега. Или дальше все-таки до замка идти. Там 8 где-то километров, 7. Это еще час. Ветер попутный, где-то час чуть меньше. А времени у нас сейчас 7:30. Надо закругляться. Последний. Домик какой-то стрёмный. Остановка, похоже, паромная. Лежанка. Я в домике.
Я в городе. Здесь буду ночевать.